Владимир Алексеевич – настоящий герой для жителей станицы Благовещенской и для всего города-курорта Анапа. Родился на Украине, в городе Кривой Рог. В Днепропетровске выучился на инженера. В 1940 году его призвали в армию лейтенантом. До самой победы служил в разведке. В разгар войны получил тяжелое ранение. В голове до сих пор остаются два осколка. Долгую, трудную жизнь вы прошли. От главы города-курорта Анапы, от нашей администрации Благовещенского сельского округа поздравляю вас с юбилеем. Все у вас есть, дети, внуки. Главное, чтобы было здоровье. Обычно людям говорят, дожить до 100 лет. Вы уже до 100 лет дожили. Уже прекрасный рубеж прошли, поэтому живите долго, живите хорошо. У вас прекрасные родственники, у вас прекрасный сын, у вас прекрасная невестка. Значит, дай Бог вам здоровья, здоровья и здоровья. Соседи говорят, что Владимир Бучик – настоящая душа компании. Он ведет активный, здоровый образ жизни, считает, что это одна из важных составляющих долголетия. Я занимался спортом и сейчас занимаюсь спортом дома. Утречком встаю и разминаюсь. Дальше не злоупотреблял спиртными напитками. Как что значит не злоупотреблял? Вообще не принимал. В поздравительной телеграмме от президента России говорится, что любовь юбиляра к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи и для всех жителей нашей страны. Ветерану вручили подарки от администрации города-курорта, городского совета, совета ветеранов и органов соцзащиты. В том числе одеяло, чтобы было тепло зимой, а чтобы летом не докучала жара, в его комнате уже установили кондиционер.